сборную не позвали? Да это тренер у меня просто ненавидит. Кузнецов? Антон Сосин Васильевич, любимый мой тренер. Ага. Ну и все, походу я не любимчик его. Это он тебя? Да я не знаю, что. Мне кажется, из-за перелома, может, не из-за перелома. На самом деле, я очень хочу попасть в сборную. И ну, молодежь меня... тебя взяли же? Да, молодежь взяли, но это кринж. Я достоин большего, уверен. И, возможно, это даст мне больше мотивации, чтобы сыграть конкуренцию все-таки. Рождать таланты, так сказать. И буду стараться показать себя. Я уверен, что всех, кого позвали, не хуже меня. Ой, не лучше. Слушай, ну... Буду бороться, чё. Но...